собака оплавила. Именно вот таким способом отрабатывается у собаки два инстинкта. Инстинкт защиты, когда останавливается фигурант. Если собака очень возбуждена, сильного давления не надо делать. То есть очень сильно ее атаковать или взглядом, или нагибаться на нее очень сильно. Достаточно одного взгляда. Потом делается движение руками, чтобы собака знала, что это добыча в руке. Не сам фигурант должен бежать, должна двигаться рука. Он может спокойно ходить, но важно, как двигается у него рука. Потому что иначе собака будет реагировать на ногу, на тело человека. Он может потом выкинуть рукав, собака не будет на него смотреть. Только на человека. Это уже агрессия, ее слишком много. Когда надо будет возвращаться назад и работать с собакой уже не с рукавом, а с мышкой опять. Кидать ее, чтобы заинтересовать и инстинкт добычи вырабатывать. Здесь должно быть 50 на 50. Сейчас ничего не происходит, собака не лает. Потому что никакой агрессии нет. Добыча лежит спокойно, собака спокойна. Когда собака сидит, забирать рукав тоже нужно очень осторожно. Тем более, зная, если собака очень быстро возбуждается, наклоняться, лишний раз ее не провоцировать. Взять рукав, просто одеть его спокойно. Можно вопрос? Если хозяин ногой отшвыривает рукав? Ногой это для позадоривания, чтобы собаке было интересно, что это как поощрение за то, что она сделала хорошо. Можно. Но если собака быстро возбуждаемая, лучше этого не делать. Потому что лишний раз возбуждение в данный момент оно совершенно не нужно. Собака хорошо работает. Галина, я вот с этой сучкой тогда... Работает.